Всем салют, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мега Всекавщина. И сегодня у нас будет охотник за привидениями Питер Венкман от фирмы Hasbro. Серия Plasma Series. Первая фигурка, уже обзор был на канале. Урвал я еще одного. Была возможность. И еще один охотник у меня в коллекции. Итак, Питер Венкман. В принципе, такая у нас коробочка. Ну, стилизованы они все из одной серии одинаково, в принципе. Но единственное, что хочу, блин, передать привет огромный нашей Почте России, которая ногами грузит упаковки. Посылка пришла мне просто такое ощущение, что на ней ногами прыгали, но вроде бы фигурка, как и сам блистер, не особо пострадали, слава богу. Давненько я такого не видел, я понимаю, что отделение почты наше ни при чем. Виноваты вот именно гребаные пересылка, которая вот перегружает все это из вагона в вагон, где-то на каких-то промежуточных станциях. Давненько такого не было, но вот упаковка приехала вот такая вот разбомбленная. Просто, ну не знаю, каким чудом, я надеюсь, что фигурка вся целая. Так, сзади мы уже, как видим, у нас здесь ярлычок на данного персонажа. Ну, не буду говорить, что это фигурка по фильму «Охотники за привидениями», старого фильма. Собирается у нас здесь баф-части. К сожалению, у меня первый приоритет стоит собрать всех четырех охотников хотя бы. И со всеми охотниками идут передние и задние лапы, насколько я понял. Вот. И то есть, блин, не знаю, не факт, что соберу полностью Винса Клортхо. Клорта. Черт его знает, как правильно все выговорить. Но, тем не менее, Рэй Стэнс есть у меня уже. И Питер Венкман тоже присутствует. Их, черт, классная серия. Давно я ее ждал. Ну, коробочка, конечно, не кондиционная. Хотя, в принципе, вот эту коробочку я... Коробочки этой серии, точнее сказать, я хотел оставить на полочке. Итак, давайте доставать Питера Венкмана в исполнении классного актера Билла Мюррея. Посмотрим на фигурку, что она из себя представляет. Итак, у нас внутри ожидает пластиковый такой блистер с классным цветастым фоном. Но это, я полагаю, что у всей серии сделана упаковочка так. Но сделано отлично. Прям без нареканий. Ярко-красочно, здорово. Блистер у нас, кстати, здесь опять же двойной. Однозначно плюс к упаковочке. То есть сверху одна крышка. Кстати, первой упаковки у меня такого, насколько я помню, нет. Но это, наверное, стандартная бумажечка Hasbro. Со всякими разрешениями, предупреждениями. Но это, в принципе, нам не нужно. Итак, давайте, наверное, все достану, чтобы не скрипеть на камеру, и рассмотрим все поподробнее. Итак, дорогие друзья, внутри у нас ожидает еще одна баф-часть лапа от большой такой фигурки. Хотелось бы, конечно, это все собрать, но, опять же, не факт, я не уверен. Ну, уже две лапы у меня есть, пусть будут. Опять же, протонный ранец. Я думаю, они идут со всеми охотниками. Классно сделанный по детализации. Просто все отлично. Hasbro прям тут в этом отношении приятно удивляет. Опять же, у нас тут есть такая застежечка. С первой фигуркой там была проблема. Из-за того, что персонаж немного такой с пузиком. И он довольно-таки плотно застегивался. Ну, Питер Венкман, думаю, проблем таких в данном случае не будет. Отлично сделано по детализации. Все аксессуары,
прям придраться не к чему. Прям нравится мне эта данная серия. И у нас есть здесь, это, судя по всему, такой индивидуальный аксессуар. К сожалению, он немного полый. Где-то тут со стороны, нижней стороны, где тут вроде как колесики. Это ловушка для привидений. Если у первой фигурки, по-моему, там были очки, что-то типа прибора ночного видения, точнее, наверное, из него это было сделано, но это что-то типа спектральных очков, то у Питера Венкмана у нас здесь ловушка. Ну, сделан-то, в принципе, все равно классно. Где вы еще такой аксессуар найдете? Пусть будет. И сама фигурка. По поводу скульпта. Ничего не могу сказать. Выражение лица выбрано довольно-таки неоднозначное. Плюс актер Билл Мюррей. Довольно-таки необычная у него физиогномика лица, скажем так. Ну, на мой взгляд, честно говоря, довольно-таки неплохо похож получился. Опять же, у нас здесь не мазня краской, а вполне себе, ну, я так полагаю, это все-таки принт. И сделан он довольно-таки неплохо. Но опять же, специфика лица, ну, мне кажется, похож на актера и на данного персонажа. Сделано все неплохо. Все здесь отлично. Опять же, у нас костюм охотника. Все лычки у нас присутствуют. Да, вот, судя по всему, персонаж-то, скажем так, похудее первого. Пояс. Пояс у нас здесь тоже отдельным элементом сделан, закреплен. С хорошей детализацией. Все у нас здесь есть. Сделано отлично. Ну, такая робо-униформа. Все присутствует. Так, на рукавах у нас есть все нашивочки, которые должны здесь быть. Налокотники такие. Перчаточки. Отверстие для крепления рюкзака. Ну, блин, протонового ранца. Как он там называется, точнее. Фильм смотрел давно, надо, кстати, пересмотреть. Фильм отличный. Так, ну давайте пробежимся по подвижности. Ну, голова у нас на шарнире. Ну, кстати, вот иногда, вот, если вот так вот покрутить, ну, вылитый Билл Мюррей с его странным выражением лица. Ну, нетипичной внешностью человека смотрится это. За счет этого он смотрится в фильмах довольно-таки интересно. Так, у нас здесь шарнирчик есть в плече. Еще в бицепсе у нас есть тоже поворотный. Ну, по подвижности здесь вообще проблем нет. Двойной шарнир в локте. И еще у нас здесь поворотная кисть сама. Подвижность тут вот у этой серии просто бомбическая. По второй руке у нас здесь все, в принципе, аналогично. Есть у нас суставчик в торсе. Есть у нас по типу G.I. Joe крестовина с шарнирами в бедре, двойной сустав в колене, то есть все это поворачивается, хотя я не знаю, зачем он, в принципе, он нужен, ни разу не пользовался, на каких фигурах вот он у меня есть, он, в принципе, никогда особо и не нужен, если тем более фигурки стоит выставлять. И по щиколотке тоже есть шарнирчик, но сделан как-то довольно-таки странно. Ну, кому нужна такая поза? Непонятно. Так, кстати, да, все по лицензии, 2020 год. Есть отверстие под подставочки, но у Hasbro что-то я подставочек никогда не видел. То есть, в принципе, она, может быть, не помешала в данном комплекте. Тем более, что она там стоит, эта подставочка. Но крепление есть, самой подставки нет, к сожалению. Ну что, давайте оденем нашего охотника, дадим ему все аксессуары и посмотрим на него во всей красе. Итак, дорогие друзья, вот как-то так примерно выглядит наш Питер Венкман в полном боевом обмундировании. И да, кстати, проблем с надеванием рюкзака по сравнению с первой фигуркой таких не было. Все застегнулось просто отлично. Персонаж смотрится
чертовски колоритно и здорово. Прям чертовски приятное дополнение к фигуркам охотников. Не знаю, кому как, конечно, но мне данная серия просто... Я от нее в восторге, честно говоря. Давно хотел собрать всю эту банду авантюристов, ученых. И, наконец-то, мне это удалось. Ну, по сравнению, скажем так, они друг с другом чертовски отлично сочетаются. Ребята, прям команда понемножку начала собираться. Кстати, хочется... То есть, я думал, в принципе, у них телоиды, наверное, все одинаковые. Но, понятное дело, скульпт. Опять же, шильдики разные. Пояса у нас, в принципе, аналогичные. Но вот обувь, кстати, обратите внимание, сделана на данных фигурках по-разному. Что, в принципе, не может не радовать. Так... И, кстати, даже по рюкзакам есть отличия. Вот немножко вот эти вот точки зарядов, наверное, лампочек, якобы сделаны в разных местах. Ну вот мелочь, чертовская мелочь, но приятненько. Отличие, как говорится, налицо. Таким образом, есть у меня уже два охотника, чертовски классных. Мне они очень нравятся. Постараюсь, опять же, повторюсь, собрать всю серию данных персонажей. Очень бы этого хотелось, но посмотрим, как пойдет. Повторюсь, серия, на мой взгляд, немного дороговатая. Отваливать приходится по 2500, и для Hasbro, даже такого отличного Hasbro, я считаю, что это немного дороговато. Хотя, как говорится, чего только не сделаешь ради любимых героев. На этом, я думаю, у меня все. Однозначно данную фигурку фанатам, вообще кто любит охотников, рекомендую к покупочке. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии по данному поводу, по данному обзору. Ставьте лайки, дизлайки, адекватная критика всегда приветствуется. До скорых встреч. Увидимся на канале.